Итак, друзья, команда, которая чуть не убила Джамбол. Получилось это сделать, пока только Сан-Антонио Сперс. Леша Кураков сейчас. Да, поставил Лайтнинг. Вот сейчас он тренирует команду Дэвидсон, и Дэвидсон очень неплохо идет. Убивает Буданов. Составы сейчас вам представим, пока Туканов бросает из-под кольца и забивает Волохович. А мы состав Дэвидсона представим. Номер 25. Руся бросает 3, не точно. Сначала удивился. Не заметил, что 6 игроков было на партии у Дэвидсона. Кунакович будет бросать. Кунакович будет бросать. Штрафной. Есть, N1 реализован. Я ничего не путаю, конечно. Шейкол Сафонов. Пас на Большого. И есть. С передачи Сафонов реализует бросок. Близ краски. Отставать там на много очков. Хотя, ну, не всегда понятно так, но большая часть случаев. Волохович Максим забивает. Максим, да? Бросок не... Есть, залетает все-таки. Все-таки залетает, и у Дэвидсона сейчас есть шанс. К сожалению, не сейчас. Не сейчас. Пейсерсы бегут еще сильнее. И Дэвидсон защищался все-таки. Вперед выходит команда Wildcats. Дмитрий Кунакович. Аверин. Скидка на Никитенко. Аверин тоже вернулся на паркет. Никитенко в плюс 3. С передачи от Аверина. Аверин под кольцо Большого. На Сагуняка, Сагуняк, надо забить, забивает Сагуняк, сравнивает счет, 15-15. А, ну да. Бросает Анатолий Кунакович, забивает первые очки во второй четверти. Мы находимся на своего рода противостоянии. Павлов передачу отдает, Русев бросает. 3, есть, Русев. Русев. Ну, Русев это шутер, вы все знаете. Как отсылка для всех фанатов хорошего российского кино. Хорошего. Забит бросок еще из-под кольца. До этого, правда, да, были сезоны, просто тогда еще не было МТ-гейма. И вот сейчас МТ-гейм это первый, да, тут моя ошибка. Я это отметился как первый сезон. В общем, да, спасибо, Алексей Шляпин, что подсказал. Забит бросок Буданова со средней. 11. Да-да, Николай Соколов. Передаю привет и задаю тот же вопрос, что задал Алексей Шляпин. Ну, температура вижу, да. Ну, можно, ну, вообще это правильно даже не приезжать. Я подумал сначала точно, потому что Кунакович прекрасен в защите. Забит бросок Русева еще. И Серж Сагуняк ворвался, чтобы отдать Петюню. А вот и дед. Дед, в твоей такой уровень шума, что не докричишься. Но и дед Панин на парте, и на паркете дед Панин, но не в игре. Ну, в форме деда. Мне подсказывает Алексей Шляпин. Вот это да. Алексей, оставайтесь на трансляции, мне всегда нужна помощь. Потому... Павлова передачу отдал, Павлов плюс 2, красота. Старту. Пока мы не знаем, концо у нас хранится или нет. Но это чудесная игра. Буданов прекрасная передача. Получился алиюб, завершившийся лейапом. Ну, это не свистит. Забит из-под кольца бросок Русева. Плюс 2. Еще пас. Большов. Бросается средний, забивает. Ну вот небольшое преимущество для Дэвидсона создалось в этой ситуации. Лена Русев снова цеплялся. Кунакович забивать надо. Передача от Аверина. Кунакович Анатолий забивает. Мы пока прочитаем, что у нас. Правильно. Так и надо. Бросается Гуняк. Под кольца плюс 2. Плюс 4. Чел. Большов. С передачи от Русева. 3. Скамейка поддерживает. Волоховича проходит, но не забивает. И Буданов. Филипп. Плюс 2 очка. Филипп Буданов. Один из
ключевых игроков Дэвидсу. Это было бы вообще шикарно. Но сейчас посмотрим, будут ли, как будут бороться игроки Пейсерс. Анатолий Кунакович +2. Ну, два игрока дивизиона хай все-таки. Два ключевые перехваты отдавать. Точнее, делать передачи отдавать. Вот. Аверин +2. 5 очков. Передача Сагуняка. Да, промахнулся Кунакович, конечно, серьезно. Только я его похвалил сразу же. Такую вот странную вещь выдает. Если говорить честно. Промах в быстром отрыве. Еще и один шел. Ой! Ой-ой! Реабилитация! Все! Все слова назад. Буданов. Буданов бросает. Антуан! 2 очка. И 1 штрафной. Забивает сейчас. Бери Буданов. Передача на Волоховича под кольцо не проходит. Потеря. И Большов легкие 2 очка добавляет. Номер Андрей Пушкарский. Первые очки у него в этом матче. Русев. Пас на Аверина. Аверин врывался под кольцо и ворвался хорошо. Вдоль лицевой. Прямо в рестриктед зону ворвался. И оттуда привел. Аверин. Под кольца красиво снова забивает. Вот Аверин ворвался. И счет лицо идет. Даже сейчас не дошел, но со средней бросил. Боханов обычно все-таки хороший шутер. А здесь забивает Павлов. Наконец-то. Наконец-то Павлов забил. Ну да, достаточно долго исполнял штрафные. 2 есть. Дэвидсон забирает 3-ю четверть, +1 очко. Лает на Кунаховича. И передача хорошая, которая заканчивается 3 очками даже. 3 очка, Цуканов. Передачу отдает Игнатов. Еще пас. Анатолий Кунахович +2. И еще 1 штрафной. Будет исполнять. Добавляет здесь Анатолий Кунахович. Настоящий центровой. Несмотря на то, что не такой, конечно, центровой, как Шапиро. Скорее, все-таки больше интереснее бы смотреть. Перехват от Дмитрия Кунаховича. Теперь нужно исправляться. Ой, и руку за голову. Реально? Серьезно? Есть. Вперед выходит Индиана Пейсерс. 55 на 52. Проваливался под кольцо. То, что от него и требовал, кстати, Марк Соболевский. Забивается Гуняк. 3-ку и 1 очки. Да, Сергей. Ctrl-V. Ну, забил номер 0. С передачи 4-го. Перехват. Что с Пейсерс? Включились хорошо. Все мольбы Николая Соколова были услышаны. Еще забит бросок Цуканов. Стоп. Первый бросок есть. Второй бросок тоже. Дмитрий под кольцо врывается. Бросок. Ну, с сопротивлением бросал, не забил. Но на подборе есть Игнатовский, который помогает. Гуняк садятся на скамейку. Я, пожалуй, скажу, что это оптимально будет. Сафонов все-таки игрок, который сейчас поможет с защитой. Павлов, Буданов, Русев. Три игрока, которые будут... Павлов, Буданов, Русев. Три игрока, которые будут в первую очередь отвечать за атаку. Ну и Большов, игрок, который вообще здесь... для меня игрок неожиданность. Он и в защите, да что такое? Павлов. Передача на Русева. Буданов. Забивает сопротивление. Только Дмитрий Кунакович. Буданов. Передача. Сафонов. Забить. Забивает Сафонов. Разница в 1 очко сейчас стала. Вау. Не грустно было признавать. Забит бросок от Анатолия Кунаховича. Второй мимо. Да. Комиссаров забил.
Как-то Дмитрий Кунакович использовал какую-то технику отвлечения. Заставил всех проверять физическое отступление и счет равный, кстати. Передача Сапонова. Блокшот от Аверина. Еще один. Сапонов. Павел. Павел, не ошибаюсь, да, в прошлом матче так и было. В прошлом матче игрок просто мяч потерял на ровном месте и не смог поймать мяч под кольцом, что принесло бы 2 очка команде Монтана. А здесь Буданов фолит, когда не нужно абсолютно. И теперь Wildcats отстает. Тайм-аут берет команда Wildcats. Уже не было игры в мяч вообще. Первый штрафной не забит, второй бросок есть. Натович забивает. Извините, первый я... Аверин первый забил. 4 очка преимущества, друзья, это, я думаю, конец матча. Уже преимущество, друзья, это, я думаю, конец матча. Уже ничто. Ну, может, какая-то магия Дэвидсон, но 5. Все. С победой, Индиана Пейсерс. С победой.